Посмотри, это суп. Суп мы делаем из овощей. У меня есть овощи. Нам с тобой понадобятся овощи, ножнички чик-чик и клей. Беру наш клей, открываю и намазываю мой суп. Мажу, 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 мажу. Намазали. Пальчик липнет, значит, хорошо намазали. В суп овощи кладут порезанными. Беру нашу капусту, беру ножнички, ставлю ножнички, ставлю капусту и делаю чик, закрыли. Опять ножнички открыли, чик. Еще открыли ножнички, поставили капусту, чик. Продвинулись, чик. И прижимаю мою капусту. Топ-топ-топ. 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 Если совсем не получается с ножничками, то делаем так. Будем класть свеклу кусочками. Надрываем и тяну. Оп. Надрываем и тяну. Оп. Вот, прижали. Дальше добавим картошку. Я ее нарежу. Поставили, картошку вставили, чик, и прижимаем, топ, и топ. Дальше у меня горький лук, тоже делаю чик, и прижимаю, топ, и топ. И осталась моя морковочка, тяну, тяну, и вот. Вот мой суп готов. Пусть варится. Класс! Посмотри, девочки что-то делают. Мою, 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 мою. Посмотри-ка, тут девочки, они тоже что-то моют. Девочки моют посуду. Девочки моют посуду. После еды всегда нужно помыть посуду. Девочки, умницы, молодцы. И мы с тобой справились. Класс!